Если вы еще не начали вести здоровый образ жизни, то в ближайшие выходные вам представится отличный повод. 26 июля, суббота, по всей республике объявлено Днем здоровья. Ну а в Чебоксарах как раз из-за отсутствия холодной воды. День здоровья пройдет в воскресенье. В этот день спортивные учреждения республики, включая новые физкультурно-спортивные комплексы, крытые катки и бассейны, будут работать для жителей республики бесплатно. Кроме того, любителей спорта ждут разные мастер-классы и открытые уроки. Кстати, если на ближайший день здоровья у вас другие планы, то следующий состоится уже 9 августа. С этого года День здоровья в Чувашии проводится ежемесячно.